Всем привет! Это видео о том, как исправить поврежденные или удаленные системные файлы в Windows 10. Это может произойти по причине некорректного использования операционной системы, в результате системных или аппаратных сбоев, а также воздействия вредоносного программного обеспечения. Существует несколько способов, как исправить системные файлы в Windows 10. Первый способ – это использование команды sfcscannow в командной строке, запущенной от имени администратора. Для этого кликаем правой кнопкой мыши по меню «Пуск», нажимаем команду строка «Администратор». Нажимаем «Да». После этого вводим команду sfcscannow. Нажимаем «Enter» и ожидаем окончание данного процесса. Недостатком этого способа является то, что часть найденных поврежденных файлов Windows 10 не сможет исправить, так как они в настоящее время используются системой. Итак, сканирование завершено, и в моем случае защита ресурса Windows не обнаружила нарушений целостности. В отличие от первого, второй способ не имеет данного недостатка. Для этого командную строку нужно запустить в режиме восстановления Windows 10. Войти в режим восстановления вы можете с помощью заранее созданного диска восстановления, загрузочного диска или флешки, где на втором экране нужно выбрать восстановление системы, а также, удерживая клавишу Shift, нажать на перезагрузку в окне блокировки системы. Я воспользуюсь последним вариантом. Для этого заходим в меню «Пуск», кликаем на учетную запись и нажимаем «Выход». В окне блокировки системы нажмите на клавишу питания и, удерживая клавишу Shift, нажмите на перезагрузка. В режиме восстановления нажимаем «Поиски и устранение неисправностей», «Дополнительные параметры», «Командная строка». Если вы для входа в режим восстановления используете диск восстановления, либо загрузочный диск или флешку, то вас не спросит имя пользователя и пароль. Если вы используете тот же способ, что и я, тогда вам нужно ввести пароль для администратора. Кликаем на учетную запись и вводим пароль для администратора. В режиме восстановления не получится просто ввести команду sfcscannow, так как могла измениться буква диска с операционной системой. Чтобы узнать, какие буквы диска в настоящее время присутствуют, вводим команду diskpart и нажимаем Enter. Теперь вводим list volume. Нажимаем Enter. Здесь нас интересуют следующие диски. Диск, зарезервированный системой, в моем случае это диск C. И диск самой системы Windows, в моем случае это диск D. После как мы это узнали, вводим команду exit. Нажимаем Enter. И вводим следующую команду. sfcscannow offbootdir равно C. offbindir равно D. Windows. И нажимаем Enter. В данном случае происходит поиск и исправление поврежденных системных файлов. Этот процесс может занять продолжительное время в некоторых случаях. Вам может показаться, что командная строка зависла и не отвечает, но это не так. Итак, в моем случае после завершения сканирования мы видим отчет о том, что поврежденных системных файлов не было найдено.
Третий способ. Запускаем командную строку от имени администратора. Нажимаем «Да». И вводим следующую команду. Dism online cleanup image. Scan health. С ключом scanhealth будет проведена проверка системных файлов на ошибки и будет предоставлен отчет о них. Или же можно ввести ключ restorehealth, с помощью которого будет проведена как проверка, так и автоматическое исправление ошибок. Нажимаем Enter и начинаем ждать. Вам может показаться, что командная строка зависла, но не стоит так думать. Данный процесс может занять как 15 минут, так и более часа. Всем спасибо за внимание. Удачи!